Ну то вот и рассказывай там всем привет туда-сюда. Они же пока подключатся. 10, 14 человек, 25, 32. Маля. Ой, уже сердечки. Короче, вот, готовим кушать. Привет. Рассказывай, что готовим. Привет, привет, всем привет. Пока мы обнаружили, что у нас сел телефон за день, готовим мы свежую телятинку. В телятинке у нас пойдет свежий пармезанчик. Хай-хай. Соль мы не используем, но вот такие вот псевдосоленые ресурсы у нас все равно есть. Привет, здравствуй, Дракула. Привет, Бонни и Клайд. О, какие интересные. Всем привет. Что у нас будет еще хорошо? 10 яиц перед тренькой. Это нормально или маловато? Перед тренькой? Ага. Обливать не будете? Да, мы уже приехали. Приехали в понедельник. Спрашивают, а вы пьете? Да, пьем. Вон, смотрите, у нас даже в холодильнике. Кстати, да. Вот. Что у нас? Да, есть вон вино. Сансера 2006 года. Ну такой, неплохой был урожайчик. Да, маникюр у нас один. Завтра мы снова на маникюр, педикюр. И цвет у нас будет один. Коралловый. Саня и Мася, вы необыкновенные. Да. Русских блинов уже отведали. Нет, вы знаете, мы так объелись всего, что мы сейчас на исключительной диете. А я набрала целых 6 килограмм, поэтому я вообще на жесткой диете. Я на строгаче. Что, мы едим черничку? Да, коньяк там стоит. Вот такие тарелочки у нас. Я что-то 6 килограмм без жира. Скажи мне, 6 килограмм... Нет, тут написали, 6 килограмм без жира. Не, ну набрала-то ты красиво. У нас уже было 3 тренировки в день, первую неделю, а потом было уже 2 тренировки. Но все равно. Слушайте, а в нос говорю, знаете почему? Потому что у меня в Петербурге хроническая аллергия, у меня постоянно сопли, и мне сложно говорить, с соплями в носе. Да. Вот. Отдохнули? Отдохнули нормально. Я еще хотела. А я не хотел, там было плюс... 50, мне было жарко, я хотел в Питерскую, да, уйду. Хмарь. Ну и как тебе наша хмарь? Мне? Шикарно. Да вообще ужасно, весной я вообще вешалась, я вообще практически не разговаривала, потому что очень-очень сложно говорить, когда у тебя в носу сопли. Я знаю, я специально иногда говорю неправильно слова, потому что так делают дети. А Саше, да, мне позволительно быть маленьким ребенком дома. Так что вот, покажи себя. Ой, я уставшая. Привет, Екатеринбург. Сколько... Масина трансляция. Да, сколько стоит путевка? Я не помню. Путевка в Доминикану стоит дорого. Обращайтесь к туроператору, и вам об этом сообщают. Но на самом деле от 2 недель 4 звезды стоит от 170 тысяч. Все еще зависит от сезона. Таблетки не помогают, их очень много надо кушать. Спрашивают, почему телятину кушаете? Потому что привоз на рынке, где у меня работают знакомые, во вторник. И поэтому во вторник мы обычно на 2 дня закупаемся телятиной. Вторник, среда — телятина, а на завтра уже курятина. Кто-то тащится от нас. Слушайте, на самом деле можно и меньше 400 тысяч улететь. Мася, самое лучшее, спасибо. Мамочка, тут просят показать мои 6 килограмм. Можешь перевернуть камеру на меня? Да. А, вот так это делается? Опа. Нет, а ты вот так отойди и покажи мне. А, это называется не перевернуть камеру, это называется, ты можешь взять телефон и показать меня со стороны. Вот, смотрите, у меня толстый живот. Вот какой толстый. Вот какой толстый. Опа. Попа нормально. Попа нормально? Попа хозяйская, да. Ну, в общем, вот все мои. И еще в щеках. Все мои 6 килограмм. Вот. А у меня мясо горит. На. Давай. Так. Конечно, Маша счастливая кушает. Ты стройная. Нет, не стройная. На самом деле, не-а. Я хочу подходить к зеркалу и видеть себя маленькой миниатюрной девочкой, а там какая-то большая девочка. Анорексийной Лолитой, а там, да,
А там Люба, звезда Ютуба. Пошла ты знаешь куда? А я на бодряках. На бодряках? Шпак ты... опять жрет, да нет, не поверите, жру все время я. Спасибо. Я немножко уставшая. А у меня сегодня было целых две тренировки. Как убрать целлюлит с попы? Как убрать целлюлит с попы? Целлюлит — тема гормональная, мы уже 3000 раз Виктория, говорим. Виктория, спасибо. Чтобы убрать целлюлит с попы, его надо, во-первых, там не наедать, а когда он уже там появился, надо начать двигать задницей, убрать соленое и сладкое из организма. И помнишь, что результат к вам придет месяца через 3. Помогает желатин в лечении суставов? По сути, да. Если проблема состояла именно в этом, то да. Но если продолжать его дальше гробить, то никак не помогает. Да, с телевидением вышло круто. Очень весело, позитивно. И видео мы сняли просто с одного дубля. Да. И ребята на канале все хорошо показали. Че? Вкусненько. Вкусненько. Мася красотка, спасибо. Сюда еще не хватает такого желенчика из белых грибочков. Будет неплохо. Так. Ой, что-то я там не успела прочитать. Я так смотрела на еду голодную. А так, вакуумный массаж, 2,5 литра воды помогают от целлюлита? Массаж не помогает вообще от целлюлита. Это временное решение. А целлюлит появился, потому что у вас были постоянные проблемы, связанные с тем, что, во-первых, вы ни хрена не двигались, во-вторых, у вас хрена веществ. И плюс неправильное питание. На оливковом. Сейчас, погодите, я переключу. Шеф-повар Шпак? Да. Мы тут хотим что-нибудь заснять интересное. Подождите, простите, я не все прочитаю. Сейчас переключу камеру, потом будем вас читать. О, смотрите, мне даже выдадут вина. Класс. У меня сегодня вино, это круто. Спасибо. А это была телятина. А мне выдадут кусок сыра? Простите, сейчас я вас пока... Нет? Нет, потому что у тебя там уже лежит 3 куска сыра. А, так это... Это мы будем кушать вместе? Да. А ты думала, это все тебе, да? Не, я думала, мне вообще сегодня непозволительна еда. О, так я сегодня живу, круто. Мася, не обижайся, но у меня на тебе большой стояк. Наверное, это хорошо. Наверное, это хорошая, да, реакция? Верите, а у меня стояк пока от еды. Когда мужик голодный, у мужика импотенция. Сейчас вот я покушаю... И у меня будет эрекция. Да, пёс, пёс Липаков, а Россия – это девушка с уем. Так вот, это моя мазь. А телятину готовили. Что мы туда клали, я не знаю, я особо не смотрела. Готовлю я. Вкусно как. Все, у меня это... Эти помидорки сладкие. Да, давай. На. Сейчас будет следующая порнопрограмма. Мася будет кушать в прямом эфире. Смотрите, мне выдали сегодня вина. Это вообще круто. Что это за вино? Вино Сансера 2006 года. Хороший был урожайчик. Такой он прикольненький. Так. Что делать из-за застоя? Наборе веса набрал 5 килограмм, не могу больше набрать. Значит, надо откатиться назад, увеличить количество аэробики и перестать жрать лишнее. Пищеварительная система освободится, и после этого можно будет загрузиться и набрать еще несколько килограмм. Так. Диета с уксусом? Да с уксусом целая куча вещей, можно делать любые овощные классные салаты. Начиная... Если, это, если у вас желудок железный, я бы умер сразу. Да ладно. Ты на самом деле вместо уксуса можно использовать себе лимонную кислоту, но лимонный сок будет прикольно. Сок, да. Ура! Настоящее вино только сухое. Хотя нет, монастырские крепленные есть неплохие, но мы пьем только сухие вина. Собственно, вот так вот. Зелень не едите? Не, не едим. Так. Вы нормально общаетесь, не ругаетесь, но, как видите, обычный день обычного дня. Так, за ВДВ. ВДВ было вчера, но, собственно, можно и еще раз за ВДВ. Мы бабку вчера поздравили. Да. Не, мы вчера, кстати, алкоголь не пили, да. А еще очень сложно пока перестроиться на сон. Я вчера уснула, между прочим, в 4 утра. А я в 2:30. Так, не купили бы телятину во вторник и поменяли бы свой Opel. А мы и не на Opel. Так. Как отношусь к плаванию? Нормально отношусь к плаванию, но от плавания все-таки становишься как тюленчик. Если вы плаваете как Майкл Фелпс и вкалываете там по полной программе, конечно, тогда будет все неплохо. Но во всех остальных случаях плавание – это замедление обмена веществ. Простите, но это так.
Ты накачал губы? Это топ-10 самых тупых вопросов Александру Шпаку. На канале YouTube снят такой ролик. Простите, что называю его тупым, потому что эти вопросы уже заколебали. Они все там. Показать жену? Нет, пока так, планируйте. Так, давай мордочку я свою вставлю тоже в экран. Ставишь? Да, ты давай хавай, так будет интереснее. Сейчас мы вот сделаем вот так вот. Масюсёк когда ест, она у меня просто вот так вот. Ням-ням-ням, Гришка. Саша, у тебя щечки впали? Конечно! Это у кого-то впали, у кого-то выпали. Да. Виктория Майер, привет. Так, сравнение Тай или Доминикана, что для вас лучше? Нам нравится Доминикана, но в силу того, что там у нас суперские условия в нашем суперотеле, и у нас там все прекрасно. А Таиланд тоже прикольный, мы в декабре туда летим и посмотрим, что интересно будет. Так, набрал 10 килограмм, не могу скинуть вес, стал как быть. Ну, а что вы для этого делаете, чтобы вес у вас пропал? Чтобы вес пропал, надо, собственно, сменить все то, что есть. А так организм не будет никак реагировать. Сказать привет Молдова? Стране обязательно передам привет Молдове, привет. Так, показать себя. Я тут вино пью, а Маська, вон, ест вкусняшки. Смотрите, на самом деле, вы спрашиваете, почему все я ношу яркие цвета? Я вот не могу. Мне вот обычные помидорки невкусно, а вот такие вот красивенько. Видите, какая еда интересная, насыщенная. Кстати, всем приятного аппетита. Ты очень круто разнообразен, да, но мы больше любим такой нелюдимый отдых. То есть, когда народу немного, когда у нас своя собственная бухточка, мы голенькие, едим кучу фруктов. Так, привет из Беларуси, и Белоруссии привет тоже. Да. Ой. Сейчас все съест. Даже быстрее, чем вы думаете. Она кушает с большой скоростью. Так, привет из Ставрополя. А вы не говорите, что я еще в экране? Не, уже я. Слава Богу. Вы рекомендуете есть каши по утрам? Ну, смотря какие каши, потому что некоторые почему-то считают, что купив захимиченную Nestle кашу или еще какую-либо в магазине, вы считаете, что вы едите кашу. Ни хрена это не каша. Плавание это плохо, плавание это гораздо лучше, чем ничего. Но если так смотреть, то со временем обмен веществ начинает замедляться, потому что привыкает. Вы на плавание расслабляетесь, вода другого не позволяет, она заставляет вас расслабиться, чтобы вы плавали. Вы начинаете расслабляться, пульс замедляется, и потихонечку плавание становится не тем видом, который дает вам хорошую Форму. А можно, что? Тренировки плавала в бассейне. Многие спортсмены. После тренировки ты уже тренировалась, да. Сделала кардио и в бассейн ушла на расслабление. Тогда это великолепно шикарная вещь. Но некоторые ходят на плавание с желанием похудеть. Поначалу это дает эффект, а потом организм привыкает и эффекта никакого. Акваэробика, опять все зависит от той интенсивности, с которой вы пашете, потому что впахивать на групповых занятиях может только человек, который может впахивать и без групповых занятий. Поэтому все остальные это статисты, которые ни хрена не делают. Я попа. Ну, так бывает. Ты девушка? Не, как видите, борода есть. И еще пипенькин. Блин, тебя же посадили. Это топ-10 вопросов на канале Александра Шпака. Смотрите. Не сажали меня. В чем полосы стройные? Ответ простой. Вы говорите про топ-100, может быть, про топ-1000, а плаванием занимаются десятки миллионов. Посему, вот вам и ответ. И эти топ-10 впахивают там так, что никому не снилось, даже, я так думаю, кроссфитерам не снилось, как пловцы впахивают. Поэтому не надо сравнивать тех ребят, которых вы видите по телевизору, и то, чем остальные занимаются в бассейне. Саш, первый перископ с тобой был шоком, сейчас классно. Спасибо. Ты откупился розовым бикини? Нет, я не откупался. Есть 27 или 28 материалов заседания Выборгского суда. Там, в общем, есть все. Пью ли я кровь? Нет. Маски месячные только через 3 недели, поэтому пью пока вино. Так, что с зубами? С ними все нормально. Мутировал. Давно. Так, татуировка на лобке, чем опасно парню? Да что парню, что девушке. Главное понять, зачем вы это делаете, как с этим будете жить. Так, я похудел на 4 килограмма с тренировки за 2 недели. Ну и хорошо. Больше 8 килограмм плохо, на самом деле даже 6 килограммов. Ну, я обычно девочкам ставлю 6 килограмм, больше 6 уже не так было бы нормально. Был на крейсере, не был. А, его вернули, мне тоже где-то кто-то написал. А я не очень люблю исторические памятники. Зачем крашусь относится к тем же топ-10 вопросов для Александра Шпака, смотрите на моем канале. Сколько нам лет? Мы же уже это сказали на канале Live. Куда идти, к тебе? Чтобы моя мордочка тоже была. Чтобы твоя мордочка тоже была? Да, хочу мою мордочку в перископ. Ла-ла-ла-ла. Всем привет, а то он вообще себя показывает, а мне не показывает. А я тоже, может быть, хочу смотреть, что вы там пишете. Так, что за шайтан? Чудо? Ну вот. Это мое чудо. Угу. Хвостиком. Левой рукой?
Зачем ты красишься? Ответ на Ютубе. Показать сиськи? Ой. Вот такая, видите, сиська восстанавливается. Но только одна левая. Как вы думаете о таблетках, которые помогают сжигать жир на тренировке? Любые жиросжигатели выводят вас из состояния равновесия и помогают вам сжигать жирок. Но это на самом деле не каждый раз дает эффект. А более того, нужно понять, что будет целая куча побочных действий. Тась, Мася стала активна в перике? Да, еще как. Конечно, ей понравилось. Она... Это вы еще меня не знаете. А это я только начинаю. Да, еще это. Звуки опять ты забыл отключить. Так, как отношусь к гормону роста? Как к любым гормонам. С опасением, надо четко понимать, что, зачем, в каких дозировках. И, собственно, только богатый опыт дает понимание, как правильно его делать или не делать. Дядя, 130 килограмм, с чего начинать худеть? С того, чтобы начать активнее двигаться, хотя бы часа на 2 в день больше. Как минимум вечером выходить гулять после работы, часиков с 9 до 11. А потом убрать соль и сахар. Ну, а дальше у вас и пойдет. Подожди, переведи на меня камеру, я сейчас вам... Смотрите, что я вам расскажу. Я тут тоже буду пробовать перископ, но у меня будет своя тема. Я сейчас готовлюсь к пластической операции, которая будет 22 сентября. Мы делаем попу. Плюс с нашим пластическим хирургом... Мы будем делать такие короткие видеозарисовки, где будем отвечать на все ваши вопросы, касающиеся пластической хирургии. А также будем выставлять в Инстаграм маленькие видеоролики. Ну, короче, все, вот, что вас интересует по пластической хирургии, пишите мне, и мы по этому поводу будем снимать маленькие ролики, ответы на вопросы. Все, что вас интересует. Так, Маша, вот. 24, не обижайтесь, мы вас не игнорируем, я не успеваю читать все вопросы, а когда отвечаю на один вопрос, не вижу другой вопрос. Посему поэтому многие обижаются, что я не читаю, кого-то игнорю, но так бывает, что совпадает, что и 2-3 раза я не успеваю увидеть. Так, зачем удалил грудные импланты, потому что левое мое плечо заработало. Вот. Второе, что там спрашивали, болит после приседа между ног, может тянуть паховую грыжу, а может быть у вас неправильная техника. Какое твое настоящее имя? Мое Ира, а Мася, это не Маша. Это? Масёк, Масюсёк. Масюсёк. То есть маленький. Маленький. Вот. Операцию будет ягодицы делать. Как у меня. Или еще лучше. Почему шпак? Потому что фамилия такая в паспорте. Что ты делаешь? Там было 8%, стало 6%. Это при том, что мы уже в перископе 12 минут. Ясен хрен, что он разряжается и всего на 2%. Он может отключиться? Нет. Он еще будет работать. А, ну ладно. Давай, кушай. А, я ем. Ой, да. Так. А сколько мне тут еще кусочков съесть? Вот покажи мне. Не опасно делать татуировку на лобке, если только понимаете, зачем вы ее делаете. Вы уже делали ягодицы? Я да, а Мася еще только будет. Нет, я делала только по филингу. Почему жиросжигательных таблеток так прет? Потому что многие из них являются и притренниками. Они, во-первых, разгоняют пульс, они начинают поднапрягать сердечко, ну, соответственно, 50% из них, они все-таки вас начинают гнать. Главное, чтобы там не было сильных диуретиков, потому что не все из них работают честно и правильно. Так, ты добрый? Да. А, как пишите канал называется вопросы. На Ютубе? Называется Саша Шпак. Вопросы а куда мне вопросы? В Инстаграм. Пишите мне в Инстаграм. Да, в Директе. Угу. Спасибо. Как в Доминикану слетаю, стоит там отдохнуть? Смотря какой отдых вы любите. Мы любим спать, есть и тренироваться. Много и удачно. Собственно, вот так. Нифига, я раньше любила... Угу. А я напу. Бухать и зажигать на барных стойках. А сейчас у меня режим и вообще пионерский лагерь, а не жизнь. Мася топлес загорает, да, Мася топлес загорает. Так, после бега на 5 километров качаться не вредно. Но, по-моему, разумнее сделать наоборот. Сначала тренироваться, потом бежать. Так, приятного аппетита. Спасибо. Ты мне еще вот отдели, сколько мне можно съесть. Не-не-не. А что-то тут ничего не видно, ладно. На тебе вот так. Все. Так, дети есть? Нет, и не будет. Саша, вы когда Ира будет выходить в перископ, подключайте подписчиков. Да, кстати. А как это? А я, соответственно, подписываю тебя, и получается, что к тебе сразу там по 1000 подписчиков, а или 2 сразу пойдет. Тебя разве не посадили? Смотрите на канале YouTube Саша Шпак. Там все сразу будет написано. Куда меня посадили, зачем меня посадили, или вообще не посадили, а вы смотрите много новостей. Так, ты я мужик. Мужик она. Да, остальные в деревне, а я нет. Как думаешь, Саш, можно заменить яичный белок натуральным? Ла-ла-ла. Можно, вопрос, как это будет усваиваться вашей пищеварительной системой. Почему я только бухаю, а не ем? Потому что очень тяжело говорить с набитым ртом. И плюс у меня башка болит. А мне нормально. Так,
Одна тарелка на двоих, да, мы всегда едим из одной тарелки. Ты еще и диетолог, но, собственно, учитывая, что я 15 лет тренирую людей, то без диетологии тренировать людей это как-то не очень правильно, да? Ты же на стероидах. Серьезно, вы кровь у меня брали? Или вы у меня мачу где-то пробовали? Так, загорать топлив вредно для сосков, но если вы в активном солнце и реально лежите грудью кверху, то, конечно, да. А если не хотите никакие накладочки накидывать, то можете просто мазать защиткой 50%. Ну, мне еще такое реально. Ты каждый день бухаешь? Нет, 2-3 раза в неделю. И что такое бухаешь? Бухать — это когда ты пиво девятку под забором хлещешь. А я, в общем, пью бутылочку вина стоимостью в 7 тысяч, и она у нас уже 3 дня открытая. Собственно, вот так вот. Мася, как в инсте записано? Мася? А как я? А у Саши, посмотрите, я же там где-то свечусь. Я, да. Ирина Мещанская. Да. Да, я голубой. Ага. Ваша логика вам позволяет сделать такие выводы, поэтому лучше вам сказать так, потому что иначе любой другой ответ вас не устроит. Так, какое вино? Красное, сухое. Маська, супер. Добро. Спасибо. А еще вы будете меня поддерживать, когда первые 5 дней с имплантами в попе я буду лежать и плакать на животике. А я вам покажу, через какое место их вставили. Короче, мне нужна будет ваша поддержка. Я морально готовлюсь. Так. Видишь, так морально готовлюсь. Начинающего лучше протеин или гейнер? Стоит вопрос вообще, зачем? Как подключить подписчиков? Ну, допустим, у меня 16 400 подписчиков. В Маскином перископе их, по-моему, 300. Она ведет трансляцию, а я, соответственно, оповещаю вас всех о том, что на Ирином канале идет трансляция. Вы автоматически на нее подключаетесь через мою запись и, соответственно, становитесь ее подписчиком тоже. Саша, где лучше отдыхать, в Доминикане или Таиланде? Я не знаю. На вкус и цвет. И там прикольно. Две разных стороны цвета. По энергетике нам больше понравилось в Доминикане. Но мы могли не оценить Таиланд, потому что мы на самом деле больше снимались и работали, нежели чем отдыхали, когда были на тайских каникулах. Почему детей не хочешь? Ответ есть в топ-10 вопросов на канал YouTube. Там будет быстрее прочитать, точнее услышать, что я говорю, чем я буду еще раз объяснять. Как Мася в перископе? Мася Шпак. Мася Шпак, да. Вместе на английском, да? В Инстаграме есть картинка. У кого? У меня? И у тебя, и у меня. А-а-а. Мы же делали, помнишь, когда, да, тебя заблокировали? Да, забанили, да, есть картинка. Так. БЦА в капсулах сколько принимать до и после тренировки? На самом деле их можно принимать гораздо больше. Их нужно принимать еще и утром, потому что пищеварительная система еще не работает, перед сном. До и после тренировки. Сколько? 4-5 грамм, где-то так. Вот. Так, про Доминикану и Тайвань тоже отвечал. Почему не загорел? Так у меня татуировка, зачем мне загорать? Изолят протеина чем-нибудь хуже? Изолят протеина — это изолят протеина. Есть изолят, есть концентрат. Соответственно, есть очистки, есть разные виды протеина. Слишком долго все. Как принимать БЦА? Каждый день, и потому что в восстановительные дни, когда вы не тренируетесь, они вам еще более нужны, чем в дни тренировок. Сколько принимать, в зависимости от целей. Ну, граммов от 10 и там уже дальше, до 60-80. Как собраться с силами? Прийти в зал. Кто-то забанил мои сиси. Саша, без проблем, проходите регистрацию в аэропорту, да? Они смотрят палец. Наши, да, а за рубежом, в Амстердаме, когда они были, они попросили отпечатки посмотреть. Соль и сахар исключить для начала, точно. Привет от Миши Кокляева. Привет, Миша! Мишка! Мы скучаем. Твое видео сегодня выходит. Яшку я уже попросил, да, чтобы он нас перепостил. Так что сегодня в 9 вечера на канале у нас выходит видео с Михаилом Кокляевым о том, как Мишка вообще... Ксюня, это ты? Ксюха, тебе привет, если что, от меня. Сколько мы общаемся? Нет, не общаемся. Димка, парень у нас занятой, да и мы, в общем, тоже в носу не ковыряемся. Рассказать вкратце о себе, вкратце обо мне, есть на моем YouTube-канале целых 5 интервью по часу. Поэтому, если интересно, смотрите, а если не интересно, то да и нет. Мася коричневая, а сам розовый. Привет, Азербайджана. Азербайджана, привет. Так я валялась на солнышке, то он немного не разрешал. Я же говорю, я как в пионерском лагере, с пионер-вожатым. Пить не дают. Держи, теперь я ем. Развлекаться не дают, я вообще не знаю. Прям пионерский лагерь. Придите мне, чтобы... Ага, хорошо. Подожди, а я еще что-то хотела рассказать. А, еще по планам. Мы собираемся в Москву, правда, еще билеты не брали. У него губы накачанные, у меня тоже накачанные. Расслабьтесь. А, в Москву мы собираемся 19, пятница, суббота, воскресенье, там какие-то числа 19, 20, 21, по-моему, так. Грузия, привет! Вот. То есть весь вяленый поджаренный сыр ты съела, да? Да, там вкусняшку я все съела. И ты не бубни. Ой, там что-то много пишут, а я болтаю. Так читай. А пионерский костер? Нифига. Никакого костра. Ты моя жена или что?
Ну, там вопрос такой был. Ага. А, нет, это все за деньги. Ага. Это фикция, я за деньги. У меня в детстве было 3 комплекта менеджера. Я оттуда натырил денег. Сейчас с Маськой расплачиваю. Она верит, что они настоящие. Ну, подписались на Масю, классно. А еще я вам еще расскажу одну новость. Я сейчас активно готовлюсь. Я очень хочу, конечно, похудеть. Вот, готовлюсь к новой фотосессии. Фотосессия будет 11 сентября, будет очень крутой фотограф. Меня фотографируют, посмотрим на результаты. А дальше операция. Так что мне нужна будет ваша поддержка. Самая главная поддержка. Ой, вот сопли вот эти вот, Питер, вот посмотри. Мы только прилетели, а сопли вот так вот уже. Там человек спрашивает, если бегать каждый день, будет ток? Бегать? Важно, какая, где будете бегать. Важно, какая у вас обувь на ногах. Важно, сколько вы будете ездить. Я тебе показываю. Как вы будете... Какая у вас техника бега, потому что колени могут перегрузиться, загрузиться, и, в общем, будет хана. Быстрая ходьба решает проблему тоже. 1,5 часа быстрой ходьбы, либо 2 раза в день по 45 минут, дают ток однозначно. Может, вам на юге жить? Так мы об этом задумываемся. Мы сейчас еще 3-4 годика поработаем, попашем, и дальше будем жить в какой-нибудь другой точке мира. И, соответственно, вот так. Подождите, у меня еще вопрос. Ой, там что-то нажалось. Погодите. Один вопрос от меня. Все, кто из Питера, скажите, в какой клуб сходить потанцевать? Я не могу. Меня держат в строгом режиме. Пожалуйста, я хочу потанцевать. Расскажите, где можно потанцевать? Угу. Он накрашен. Конечно, он накрашен. Что у него там? Силиконовая задница. Ты гей. Что еще самый топ-вопрос? Письки нет. А, письки нет, да, еще. В Афганистане ехать? Не, в Афганистан не поедем. Хотя там может быть, конечно, красивая природа. Голуба... Люди добрые. Голубая устрица, нету письки. Да нет, конечно, откуда она там? Бегать лучше утром или вечером? В Дагестане. Бегать лучше тогда, когда есть время. Не все время свободно, тогда, когда есть силы. Сейчас, погодите. Говорят, давайте встретимся в Москве. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Слушайте, ну, 20-е, 21-е, давайте мы там... Мы сделаем трансляцию, когда будем ехать в Москву. Скажем, где мы будем находиться. На Красной площади. Угу. Ага. Рядом с дедушкой. Привет, видели по новостям в скайпе. Спасибо. Да нет, нет пиписьки, конечно, о чем вы говорите. Давайте встретимся. Мы обязательно расскажем точно, что едем и где. А, Мася пьяненькая. Да какая я пьяненькая, вы что? Все. А они сказали, что я пьяненькая, раз я так болтаю. Да я просто разошлась, я теперь не стесняюсь. Вот. Что кушаете? В начале трансляции, то, что мы кушаем. Короче... На, мамася, разговаривай с ними. С набитым ртом? Да, нормально, это нормально. Я пошла в зубах поковыряюсь. Не, иди в попу, давай ты подержишь еще 2 минуты трубку, пообщаешься, а я поем. Очень прикольно на тебя смотреть, когда я жру, конечно. На меня? На себя. А, на себя. Клуб «Воздух» была я там, не очень мне понравилось. Саша, ты что, злой? Нет. Он не злой. Вы знаете... Это вот реально самый правильный человек. Режим, там все такое. То есть у него не бывает там праздника. Угу. Сейчас погодите на него. Праздник, в ее понимании, это набухаться, натанцеваться, не помнить, как все это прошло. С утра хреново. Офигительно отдохнули. Вот это у нее считается праздник. Вот этого праздника у нее больше нет. Нет больше танцев на барных стойках и всего того зажигательного. А, что-то нажалось. Мастер, что-то нажалось. А что там? Я не знаю, что-то нажало.